Ребята, привет всем, эпицентр, до чего техника дошла, гляньте, какой камин. Даже эту штуку поставили, как будто настоящий камин. Я иду, что слышу, трещат полена, гляньте, какой, даже со звуком. Система таймер, это выставление автоматического выключения, климат-контроль, то есть он даже может обогревать эту. Ого, 40 квадратных, эту комнату может обогреть. Даже можно менять огонь. Яркость можно менять, видите? Вот эти вот наклейки все. Полное отключение камина. Даже пульт есть. Гляньте, точно. Теплый. Вот отсюда выходит этот. Теплое. Не накрывать. Теплый воздух. Класс. Вот так выключил свет себе. И романтика. Включил Титаник. И сидишь с салфетками. Возле камина. Так, еще вот такой. Этот такой чуть покруче. О, боюсь. Горячая сильно, не обжечься. Молодцы, придумали. Такой маленький. И вот такие. Прикольные штучки. Так, туда уже не иду. Боже, ребята, тут целая куча всяких. Это уже целая тумбочка, можно телевизор поставить. Белый, у кого белый этот. Белая, как ее называют, господи, стенка. Ой, тоже классный. И вот это такой прикольный. Слушайте. Это тоже с зеркалом даже. Ну, короче, что я скажу, игрушка для взрослых.